Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Hellblade. Точнее, продолжаем беготню в Hellblade. Потому что здесь это занимает около 70% всей игры. И только в... О, ё-моё! Это же такое жопное место. Я и забыл, что здесь происходит. Честно говоря, я в эту игру не заходил около недели. Я аж забыл, что здесь происходит. Это что такое? Зет? Где тут Зет нашла? Я даже не дупляю. Самое интересное... А, ты за мной бегаешь? Что-то я не догнал фишки. То есть огонь не настоящий? Он за мной бегает. То есть это что-то в виде... какой-то огненной сферы или огненный человек. Потому что, смотри, он сейчас бежит за мной. Я сюда ломанулся. И он меня вон там где-то начал догонять. Как это так произошло? Вот здесь Зет. А, вот она. Быстрей. Осталось еще две. Где они? Где Дилин? Где ты? Ну, сюда, значит, нырну. Хоба. Беги, беги. Так, вот сюда нырну. Напоминаю, что мы еще ищем какой-то меч. Который там у кого-то что-то когда-то был меч. Я сюда не хотел нырять. Сеня, ты меня не подставляй. Я реально не хотел сюда нырять. Так, вот. Быстрей, чекай. Быстрей. Где что? Где он? Догоняет. Да как он меня так цепляет? И все, я сгораю. Ты угораешь надо мной, что ли? Серьезно, что за бред? Да ладно, у меня уже выше локтя ползет все. А как я это сделаю быстро, если меня блочат? И почему прогресс скипывается каждый раз, когда я прохожу дальше? Это бред. Это тупо. Это тупик. Он уже здесь. Тупик. Ну серьезно. Как я умудрился в эту херню опять попасть? Она даже не фокусируется, когда я ей говорю фокусироваться. Так. Бегу. Я так понимаю, здесь только один проход, так? То есть один правильный проход. И я все время бегу в правильном направлении. Да блин, кыш. Вот здесь надо было не в ту сторону бегать. О, все. Мне жопка опять. Не, ну все, это капец, это капело, все. Вот сейчас куда бежать? Где он? Вот он. Беги, Сеня, беги, спасайся. Сука, еще эти крюки в морду лезут. Я так понял, надо на свет бежать. Бежим на свет и где-то встречаем эту хрень. Что это? Чек? Чекпоинт? Что это? И сейчас самое главное, надо будет вернуться. А куда вернуться, я не знаю. Я даже не знаю, откуда я прибежал, куда мне бежать. Где эта дверь? О, людишки. Здрасте. Только давай сейчас не затупи, открой с первого раза дверь. Спасибо. Спасибо тебе большое, Сеня. Нет, это реально какой-то человек. Не пускай его, держи крепче, крепче держи. Сейчас он дверь спалит и все, что ты держать здесь будешь? Как же он громко орет. Еще звук такой объемный, такое ощущение, как будто он тебе в башке орет. О, графику и накинули. А то была вся какая-то в рябь. Сенуа! Сеня, проснись. Что ты? Сена, что случилось? Действительно, ты сейчас спрашиваешь, что случилось? Она обиделась. Обидки. Ничего. А они обвиняют в чуме меня. Говорят, что я проклята. Что я принесла тьму в клан. Что если они правы? Но откуда им знать? Они что, боги? Нет, мы не боги.
Они просто люди, хорошие люди, только напуганные. Серьезно. Они боятся того, что не могут видеть, как дети, которые боятся темноты. Поэтому они и выдумывают истории, чтобы заполнить тьму. Но от этого история не превращается в правду. Что если мой отец был прав? Тебе нужно выйти из темноты. Пусть все увидят, кто ты, как и я увидел. Ты не чудовище? Ты не монстр? Ладно, не чудовище, так не чудовище. Дайте мне факел, я выйду из темноты. Ну, взял меня и кинул опять, без света оставил. А на все это время? Без тебя тьма сделала меня чудовищем. Она все время сидела на берегу здесь. Что если бессмысленно? Осталось сколько? Два или три? Ой, точнее, два или один. Здесь я смогу пройти? Так, там камни меня блочат. Я тут не пройду, уверен. Плавать я не умею. Умею? А, дальше плавать я не умею. Сука. Ну вот же, очевидный проход. Почему я не умею? Игра так сильно ограничивает тебя в передвижении, что это вымораживает очень сильно и бесит. Смотри, что было в первом? Какая-то пещера, катакомбы. Во втором просто был какой-то дом. Здесь что? Я хочу рассказать тебе историю о боге северян по имени Бальдр. Он был вторым сыном Одином, и был он красив, добр и мудр. Но... Всем он был хорош, хорош чертами, говорил хорошие слова, хорошо судил обо всем. Он был... светил. И от него исходил свет, говорил о нем только доброе. Он умер... Ну, умер он, что-то там, из первых богов. Или от первых богов. Какие-то мутные эти ваши штуки. Дворец. Ага. Человек. Ну-ка. Давай догоним, спросим, что у вас здесь происходит. Смотри, это уже, наверное, третье у нас испытание, да? И знаешь что? А ничего не происходит в этих испытаниях. Ты добралась сюда, но мост сломан. Что ты будешь делать теперь, Сеня? Ну, я вот так сделаю и пройду дальше. Вот все, что мы ходили по этим испытаниям, мы, лицо, маска, что он видит? Мы ничего не делали, кроме того, как просто бегаем. Что она видит? Видит мост. Где мы? Все такое же, но другое. Светлее, лучше. Прикольная маска. И мы продолжаем бегать и открывать тупо ворота. А чтобы открыть ворота, надо находить руны. Это очень сильно бесит. Это что, алтарь? Идите нахер, тебе даже... Нет, я обещал, что я не буду их читать. Мне кажется, прочитаю, если там будет что-то важное, то расскажу. Beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death. В общем, очередная. Только Локи, отец Хелы. В общем, очередная история про очередного бога. Что ты мне хочешь показать на этот раз, маска? Ну, допустим, ты сейчас мне сломаешь вот эти, да, ворота? А здесь что, наступила ночь?
Ага, открыли кладбище. Самое время. Вот, реально, видал? То есть там он открывает проход, а здесь он открывает кладбище. Но хорошо, мы все равно открыли себе проход, поэтому нам нечего беспокоиться. Что за вратами? Да откуда ж я знаю, чего вы меня спрашиваете? Я так же не знаю, как и вы. Вот вас просто сюда, да, поставили, чтобы вы мне что-то впаривали в уши. Не позволь ему исчезнуть, вон он. Я даже не понимаю, что это делает. Ну, вас, скорее всего, да, ломает, открывает ворота. Где он? В другом мире? Он в темном мире? Тогда? Когда-то мир казался таким простым. Белый, черный, тьма и свет. А между ними тонкая черта, которую мы придумали сами. Смотри, в чем суть. Дилин учил ее смотреть дальше. Подглядывать сквозь трещины и видеть огромный красочный мир, свободный от мрака. И усены исследовали. Зачем мне искать руну, если я уже здесь? Я просто обошел эти ворота к хихигам. Но скорее всего... Опа. А где? А что? Я не вижу даже. Ага. Нет. У меня нет вариантов. Ладненько, вот вам история. Сидите, читайте. А я пока буду искать. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Baldur's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Да ладно, серьезно, тебе еще надо наводиться на эту фигню? Ну, сработай хоть раз. Адекватно. Не работает. А как тебя заставить работать? Ну, я же вижу тебя. Вот же ты... А, еще ближе надо было подойти, чтобы сверху, вот за ящиком, не было видно кусков солнца. Видишь? Надо подойти как можно ближе к этому, на этот балкончик, и все, и засветиться. Так я открыл или нет? Да? Сэдна, ты ее взяла. Почему он не здесь? Он в темном мире. Да, я понял. Я еще раньше это понял, когда вы мне это первый раз сказали. То есть теперь я возвращаю самое начало. Харе бубнеть. Ой. А как так? Ага, понял. Открываем кладбище по новой. Проход, естественно, справа закрыт. Так? Поэтому я обхожу это дело и открываю ворота, потому что у меня уже есть руна. И в центре зала нас ждет Дилион. Сеня, блин. О, нифига себе. Прям с места открыла. Стоило мне отойти. А эти ворота не откроются, да? Открывай. Что такое? Не можешь? Еще одна... Еще один алтарь. Он наверху. Как тебе подняться наверх? Найди способ. Ну вот он способ, что его искать. Осталось только угол подобрать. Чтобы вот эту херню построить, надо как-то подобрать угол, чтобы все они складывались в одну цепочку. И там потом просто всего лишь надо будет чуть-чуть. Ой, дал? Почти собрал. Во. Все. Пазл собран. Да-да, в порядке, в порядке. Какие-то дети уже появляются. Loki asks him why he wasn't taking part.
Hoof says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoof throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this... Years had passed since she left her father. Прошли годы с тех пор, как она покинула отца. Она много тренировалась вместе со своим другом Диллионом. Она видела вещи, которые больше не видел никто. Образы, формы, движения. Благодаря интуиции она стала исключительным воином. Все? Дружба переросла в любовь, но тьма по-прежнему маячила где-то рядом. Так она оказалась между двух миров. Миром Зембеля и своим прошлым миром Диллиона. Своего будущего. Двумя реальностями, раздирающими ее душу. Ясно, понятно. Вот вам второй алтарь. А я пока буду искать алтари, ой, точнее не алтари, а знаки. But they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband and the pyre is lit. Sent the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Это связано как-то с мостом? Да, смотри, четко. Руны ничего не значит. Что если испытания тоже ничего не значили? Заперто с другой стороны? Естественно. Теперь мы будем перемещаться в ночную... Воу! В ночную атмосферу. Погрузимся в ночь. А для этого нам нужно воспользоваться... В смысле день? Я рассчитывал на ночь, потому что у нас и так день. Ага, проход есть. И где-то здесь буква Z перевернутая. А вот она. Сходу прям. Да ладно, с другой стороны обходить надо. Как же много уходит на это время, чтобы просто бегать. Ну что, ты фокусироваться не можешь, уже сбоку стоишь. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. Это такой бред. То есть, ты понимаешь, они уже построили на одной локации 1000 переходов, чтобы я вот, сука, не мог здесь пройти сразу, да, чтобы открыть эту дверь. Мне приходится возвращаться обратно, чтобы переключать режим в ночное время. И только потом возвращаться обратно. И для что? Чтобы опустить одну палку, блин. Этот... Я... Эй! Сука, даже эта руна пропала. Вон, отсюда вижу ее.
Тогда какого хрена? А, понял, какого хрена. Ну, серьезно. Это все ради того, чтобы найти одну руну. Ну, куда тебе там, подближе, ближе? Что, если все бесполезно? Руны везде. Угу. А где третья? Вот в чем вопрос. Прохода выше нет. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Что за бред? Do you remember meeting him beneath the tree? А. Сработало? Она не способна? В смысле не способна? Открывай ворота. Ну все? То есть прошло 20 минут с самого начала серии, а я продолжаю страдать херней. Когда уже я его догоню? Он задрал от меня убегать вечно. Дай мне меч и все. Я пойду нахерачу Хели. Или тому здоровяку. Делян! Аж голос хриплый стал. Делян! Херли орать, пошли! Осторожно, ты далеко зашла, не дай ему ускользнуть. Делян никогда по-настоящему не заботил о Нижний мир. Он мрачно глядел на друидов, как и отец. Думаю, он перенял это у отца, вождя, который верил только в то, что он видел, а судьба была. В объятиях Дилли она чувствовала себя в безопасности. Она училась смотреть его глазами, и тьма, так крепко сковавшая ее, начала отступать. В смысле начала отступать? Вот же тьма. Она сейчас рядом со мной. Говорит, тьма отступает, а то, что у меня рука... О, сейчас прыгнет, смотри. Прыгай. Прыгнешь? А ты понимаешь, что он не настоящий хотя бы один раз? Пойми. Ну, он реально не настоящий. Не, если, конечно, он при жизни так светился, то ладно. Сенуа, твой отец не может понять, что такая твоя тьма. Он не может смотреть на мир твоими глазами. Никто не может. Мой отец родился слепым, и он даже представить себе не может, на что похожа ночь. Это слово так же не значит для него, как слово «свет». А чё ты такой старый, слышишь, Дилион? И что же, если кто-то боится темноты, нужно ли излечить его от страха? Согласилась бы ты отдать тот чужой мир, который ты... только ты одна можешь видеть, чтобы избавиться от кошмаров. Реально, а чё он такой старый? Может быть, такова цена за дар, данный тебе богами? Дар, который делает тебя совсем особенной для меня? Это часть тебя? Часть человека, которого я люблю? Это... Хрень какая-то. Я бежала от тебя в дикие земли, чтобы защитить тебя от своей тьмы. Потому что люблю тебя. Но я только сделала хуже. Мне так жаль. Серьезно? Убить тебя было бы слишком просто. Они крадут твои воспоминания. То есть, этой девочке на вид лет 12-13. Так? А Джиллиан выглядит лет на 40. Вы чё, блин?
устроили здесь? Все? Ага, хрен там. Они хотят убить твою душу, делённо исчезает вместе с твоими воспоминаниями. Да ладно. Не жалко этого старикана. Северяне говорят, что их верховный бог Один отдал один глаз, чтобы испить из источники мудрости, известного как Мимир. Так мы это ж читали уже про этого, про то, что он глаз отдал. Если по тебе может быть мудрость, только отдавая, можно получить что-то взамен. А что с картинкой? Поэтому я дал ее свою жизнь и передаю тебе свои истории о северянах Сенуа. А сфокусируйте картинку, пожалуйста. Или хоть что-то сделайте. Где я? Я ничего не вижу. Да ладно тебе, не переживай. Я тоже ничего не вижу. Только твои синие глаза. Кто здесь? Ты меня слышишь? Да, Дилеон. Я здесь. Ты не видишь меня? Нет, помоги мне. Дыши медленно, спокойно. Очисти свои мысли. Я чё, на медитацию по йоге пришел или что это? Подними ноги за голову. Скажи мне, что ты чувствуешь? Дуновение. Хорошо. Значит, отсюда есть выход. Я не понимаю, откуда он идет. Другие голоса, они исчезли. Я по-прежнему здесь. Здесь так тихо, так темно. Все хорошо. Слушай свое дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Наблюдай за всем, что слышишь и чувствуешь. Пусть тебя ведут твои чувства. Такое ощущение, как будто еще раз посмотрел фильм «Сорвиголова». Кто не знает, это про мужичка, который был слепой, но с помощью звуков научился распознавать местность. Я не могу идти дальше. Дилеон, ищи дорогу. Я здесь, я тебя не оставлю. Он с помощью звуков... То есть он брал мяч, кидал в стену, от этого мяча шли звуковые волны, и по этим волнам он мог распознавать окружение. То есть он не видел, а слышал мир. И вот сейчас происходит примерно то же самое. Ну типа вот есть звук костра, я его вижу, какие-то бубенчики там. Я просто... Кажется, теперь я в другом месте. Ветерок пропал. Используй все свои чувства. Пусть мир говорит с тобой. Что ты слышишь? Слышу воду. Иди туда. Ты что, убить меня хочешь, гад? Я просто замолчал на секундочку, хотел послушать, проникнуться в эти звуки, которые здесь происходят. Ты реально ничего не видишь? Смотри, напуганная. Я дошла до воды. Хорошо. Это и есть выход. Иди наверх по течению. Мне так жаль. Я думала, что все осталось в прошлом. Не надо жалеть. Это не твоя вина. Он был прав. Это все во мне. Сено. Мой отец. Он был великим воином и мудрым человеком. Он говорил мне, что самые тяжкие битвы ведут разумом. Ты смелая. Ты доказала это в воинском испытании. Это всего лишь очередная битва, и ты победишь. Это не твоя битва. Ты не должен мне помогать. Но я хочу. К тому же, однажды ты станешь великим воином. А нам нужны такие, как ты. То есть он погиб, а я продолжаю. Ладно, я постараюсь. То есть он давно погиб,
а я пытаюсь его догнать. Тс. Знаю, о чем ты думаешь. На самом деле, его здесь нет. Кажется, в этом месте не, от прошлого не деться никуда. Так что ей придется пережить все заново. Для чего? Как ты сейчас башкой не ударилась? Как ты это почувствовала? Даже я заметил это в последний момент. Оно вернулось. Почему эта женщина все время говорит с левой стороны? Вот это диктор или кто она? Дайте что-нибудь потрогать. Что у вас здесь? Там водопад. Я не могу идти туда. Тогда поищи другой путь и скажи мне, когда что-нибудь найдешь. Здесь дом. Как ты поняла, что это дом? Я не знаю, что там. Ну, значит, прыгай. Не бойся. Логично. И ноги такие сломала. Там была 5-метровая высота. Дилен, там что-то есть. Ты видишь его? Это. Значит, оно тебя тоже не видит. Тихо пройди мимо. Потихоньку, шаг за шагом. Как я могу пройти тихонько, если я не вижу это? Я даже не понимаю, кого я боюсь. О, ящик, давай залутаем. Ну, допустим, я его обошел шаг за шагом. Иногда она голову поворачивает куда-то туда. А! Фу, ты что такое? Что-то такое жуткое, мерзкое. Эй, крюки не трогай. Я не хочу трогать крюки, потому что он среагирует на звук и по-любому за мной побежит. Я же знаю их. Она не идет за мной. Оставь это и иди вперед. Вперед. Капец, как у вас тут все просто. А вот, вперед. Еще какая-то тварь, но эта тварь уже ходит. И ты до сих пор это не видишь? Там вон еще 2 твари. 3 твари. И как мне их обходить? Я даже не понимаю его траектории, он сейчас может в любой момент развернуться. Как же вы противно скрипите в меня. Где он? Ага. А ты что? Стоишь на месте. Вот и стой. А ты? Вроде как двигается. Но я не хочу трогать тебя. Не хочу. Отстань. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Так, проехали его. Еще один. Да вы прекращайте, сколько вас тут развелось уже. Ё-моё, сколько вас? И все пытаются двигаться. Очень близко. Я его чуть не погладил. Это было очень близко. Жесть. Что ж так темно? Когда это закончится? Я хочу уже получить тот меч и пойти к Келли. Всё. Какая это уже серия? 6-я? Кажется, теперь я в доме. Здесь воняет. Воняет смертью. Дилен. Кажется... А, тьма испытывает тебя. Но все в твоей голове. Ты что, мух там гоняешь? Фу, сука, мух. Фу-фу-фу. Что? А, да ладно, серьезно. Не самое лучшее решение. Я говорю, что это уже серия 5-я или 6-я. А я до сих пор никого толком не встретил, кроме 2 боссов и все. И 100 дверей. А сюжет уже начнется когда-нибудь в этой игре? Тупик, колодец. Здесь колодец. Прыгай.
Не поворачивайтесь обратно. Ты уже близко. Сука. Угу. Конечно. Я человек простой. Вижу колодец, прыгаю в колодец. Дилли, ну помоги, пожалуйста. Вау! Эй, пощекоти его. Кысь-кысь-кысь-кысь-кысь. Сука, вы двигаетесь. Вот то, что освещение в морду, это плохо. Я не понимаю, ходит он или не ходит. Ну, то есть тебя светит в лицо, и ты не видишь. Ой. Я бы всех пощекотил. Свет пропал. А где свет? А вот он. А что ты пропадаешь тогда? Кто-нибудь схватите меня уже. Дилен, это ты? Я вижу свет. Да, я тоже тебя вижу. Мне кажется, что у этой девчонки просто галюны. А долго я так буду идти, а? Ну, вроде иду. Ой, даже бегать начинает. До этого не бегала. У нее просто уже шиза началась какая-то после утраты любимого человека. И все. Он теперь везде мерещится, она сидит у себя в деревушке. Ее очень сильно кроет. Иногда она пропадала. Часы и даже дни проводила в плену собственного я. Во тьме. Вот заметил? Эта женщина опять слева появилась. Ты меня видишь? Нет. Она видит только меня. И тебе были открыты глаза, но тебя не было. У тебя были открыты глаза, но тебя не было. А когда наконец тьма отпустила ее, она могла быть где угодно, совершенно не помня ничего. Когда она приходит, у меня нет над ней власти, но я слышу твой голос. Ты вернул меня. Ты сама вернулась обратно. Тебе просто нужна была поддержка и чуть-чуть надежды. Покажите мне его. А то я буду думать, что у меня до сих пор крыша едет. О, там даже нарисованы какие-то символы, то есть глаз перечеркнутый. У тебя получилось? Возьми меч. Меч. Дилен оставила его для тебя. Хватай и беги. Теперь, когда Грам перекован из благословения Одина, ты можешь войти как богиня Кельхельм и противостоять Хеле. Я вход потерял, где он? Значит, Дилен мне помогал, и меч приведет меня к нему, как при нашей встрече. Серьезно? Ну вот же проход. Ё-моё! И теперь, чтобы добраться до этого меча, мне придется по новой оббежать все дерево. Угу. Какая же гениальная игра. Очень сильно напоминает еще одну игру, но про нее пока говорить ничего не буду. В дальнейшем мы в нее тоже поиграем. И они очень похожи по своей сущности. Вот нахрена, я не понимаю, это прикол в играх. Типа, у нас нет сюжета, но давай зато на 100 часов запилим прикол, когда персонаж будет передвигаться. И скажем, что у нас больше 100 часов сюжета. Дилен дал ей силы пройти воинские испытания, оставить свое прошлое позади, стать воином в клане Дилена. Этот меч, по-моему, больше. Меч осквернен богами тьмы. Брось его. Нет, он оставил его здесь для меня. Он хочет, чтобы я взяла его. Ты за это заплатишь. Какой-то джедайский меч мне дали. Но даже годы спустя прощальные слова Зинбели тревожили ее, и тьма вернулась с возданием чумой.
Пострадали все. Дилен? Или кто он? Мой отец не должен был умереть такой смертью. Дилен, вернись ко мне. Теперь ты видишь, Сенуа, как люди страдают из-за тебя. Ты во все виновата. Ты принесла сюда чуму. На твоих руках кровь. Ну и все, и тут ее конкретно завернуло. Что даже любимый от нее отвернулся. Где-то мы недавно видели подобные руки, нет? Теперь они идут за тобой. О, ты прям реально будешь светиться всегда. Реально джедайский меч. То есть я теперь могу темных призраков этих гасить? Проверим. Хера себе его. А можно я его буду бить уже? Ай. И толку то, что я вот так вот его бью. Ай. По-моему, это бессмысленно, да, вот это вот махание. Ладно, сам напросился. Как я его... А, у меня стало замедление дольше работать, или это прикол такой мечевой? Хера себе, оно реально долго работало. Некуда бежать. Остаешься здесь гнить. В море тлел тело волн трупов, катаясь на тех, кого мог любить корабль. Разливался на части и под... Не приходи сюда с солнцем, не приходи сюда с мечом, не приходи со слезами в теле, не приходи твердый на душе. А, тревогой. Какие здоровые руки! По-моему, это уже третья игра, где нас встречают руки. Или даже четвертая. Серьезно. В метро недавно были руки. А в Детройте были руки. Здесь руки. И еще где-то были руки. Я вот не помню, что это была за игра, но там тоже были руки, по-моему... Там еще такая превьюшка была красная с этими... с руками. Что это была за игра? Ты слышишь их страдания, Сенуа? Твой драгоценный дар видеть являет тебе души гниющих в море тел. Ты чувствуешь, как кровь стынет у тебя в жилах. Ты слышишь их бесчисленные крики. Ты... Они были кому-то братьями, сестрами, любимыми. Теперь смотри, что ты сделала с ними. Все потому, что ты была труслива. Когда отвернулась от своего отца. Почему ты должна расплачиваться за свое заблуждение? Не очень прикольно, я тебе скажу. Ух ты, блин. Капец мне, да? Нет? Капец, он прям в лицо мне зарубил. Не добивай, пожалуйста, не добивай. Я пытался подняться. Прям в морду мне стунул своим молотом. Капец, смотри, сколько у меня уже... Все до самого плеча, блин. И он, смотри, заставляет его кивать. Кивай, кивай. Это когда пришел с родителями кому-то в гости, и те заставляют соглашаться со всем, что говорят тебе тетя. Кивай, кивай, кивай. Я потом тебе куплю мороженку, кивай. Закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, всем пока.